Всем привет! Я в магазине Zenden. С наступивших вас всех Новым годом! Давайте посмотрим, что они нам здесь предлагают. Кроссовки. Вот такая классная. Шнурочка блестящая. За 1280. Так, сейчас скажу. За 2999. А были 7550% скидка. Есть и в черном цвете. Здесь уже шнуровка обычная. Тоже красивая. А это высокие кроссовки. За 1499. Тоже 50% скидка. Есть такие высокие. За 2799. Я вам называю цену, и вы имеете в виду, что это все в два раза дешевле. Были дороже. Еще. Это уже ботиночки. 2499. Все это натуральное. 1999. 1499. А это обувь по 999. Супер предложение. Смотрите, какие классные. Мне кажется, я такие бы могла себе взять. Я уже себе заказала ючик. Так, а стоили они 3000 стоили. Даже здесь не 50%. Внутри хороший, шикарный мех. Прям такие зимние-зимние. А есть серебристые. Что это за размер? Синенькие. Все это за 999. Идем дальше. Это тоже со скидкой. 1499. И на белой подошве. Эти тоже 1499. Мне кажется, здесь намного интереснее модели, чем в каре. Сейчас я тоже туда пойду посмотрю. Может быть, там что-то еще сниму. Просто у меня стиль. Вот я хожу во всем спортивном. Поэтому я вот обращаю на это внимание. Вот эти бы мне подошли. Кроссовочки. По цвету. Неплохой рюкзачок. Вон я стою. Так, идем дальше. Вот здесь уже мех поменьше, но он, по-моему, шерстяной. Тоже 50% скидка. Длинные, высокие сапожки. Смотрите, ботфорты искусственные. У меня такие сапоги, я брала их 3 года или 4 назад, вот так, таким же блеском, с этими, со стразиками. Я их брала за 10 тысяч, но это было уже 4 года назад, а то и 5. И вот лежат, я хожу во всем спортивном, а такие сапожки, тоже ботфорты, стоят. Они, во-первых, скользкие. Зимой в них скользко. Так. Эти о чем? Черненькие 2000. Это обычные. Это высокие просто сапожки. Так. 1990.
светленькие сапожки. Напоминаю, сейчас 50% скидка в магазине Zenden. Очень выгодно. Я буду показывать и длинные, и короткие все подряд, потому что здесь народ, и мне некогда выбирать, где вот место освобождается, туда я подхожу. Коротенькие полусапожки со снежинками. Полторы тысячи. Натуральная кожа. За 2000 натуральная кожа. По крайней мере, написано. А может быть, вот это натуральная кожа. Что, скорее всего, да, вот это, наверное, натуральная кожа. Некоторые товары повторяются, потому что стоят размеры 37, 38, 39. На каждом прилавке свой размер стоит. Поэтому пока соображу. Такие мягенькие-мягенькие. 3999, натуральная кожа. Светлые. Люблю светлую обувь, но у нас вот такая грязь в городе, что не походишь. Везде солью посыпают. И такое месиво получается. Коротенькие за 3499. 3999. Это уже точно натуральное все. Тоже 4000. Термопласт, подошва термопласт, говорят. Там сейчас вот меряют, покупатели говорят. А по мне, вот когда я была молодая, у нас был полиуретан. Какой там термопласт? А сейчас какую подошву только не придумают. Эти вот высокие, там я показывала низкие, эти высокие. 4599. Уже дороже. Эта обувь тоже за 999. Есть просто классические черные, лаковые. Вот зимние сапожки. Две с половиной вот эти замшевые. А эти 1799. Тоже 50% скидка. Стоили на 50% дороже. 5 сумочки, вернее, рюкзачки. Молодцы, стоит обувь и рюкзачки. Мне нравится. Молодцы. Сумки. Цены. 1500 в среднем. 1300. Какие 999. Вот это 2999.
1800. Тоже 50% скидка. 3,5 замшевые. Вот высокие хорошие сапожки. 1300. И ботиночки. Да что ты будешь делать? 2300. Шапочки. Сейчас вот модные объемные такие шапки. Цена. 500 рублей где-то. Наверное. А здесь нету цены. Не знаю. Вот эти не знаю, а вот эти 500. 300 рублей. Сейчас только хотела сказать, что я в фикс-прайсе за 200 купила. А здесь тоже недорого. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить пальчики вверх, если вам понравилось. Вам не трудно, а мне приятно. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.